Я всего лишь хотел сказать, что ты вдохнул жизнь в этот мертвый мир. Как бы то ни было, у нас неприятности. Само собой. Стражи Персефоны нашли наше убежище и помощников. Она бы не узнала о них без помощи изнутри. Похоже, среди нас есть ее лазутчик. Кто? Одна версия — посланница. Ее направили в лагерь с важными сведениями. Но она не вернулась, и мы отправили туда своего человека. Оказалось, всех в лагере убили, а ее и след простыл. Другой вариант — кузнец. Солдаты сплетничают, пока он точит их клинки. Мы думаем, что он мог узнать о наших планах. Уже что-то. Они оба живут в деревне. Приходи, когда закончишь. Судя по всему, это дом кузнеца. Записка Афродите. Кузнец обо всем ей рассказал. О плане побега, восстании. Список тех, с кем Адонис проводил время. Здесь есть наши с Персефоны имена. А вот и дом посланницы. Персефона знает, что Леонид с нами. Часть одного из разрушенных мной факелов Гипноса. Подробные сведения о лагере мятежников. Ну, кто грязный лазутчик? Посланница или кузнец? Оба следили за тобой. Их сведения могут сорвать твое восстание. Вот малаки. Ко всему прочему, они не сидят на месте. Мы успеем расправиться лишь с одним, потом их уже не найдешь. Кто из них более опасен? У кузнеца был список тех, с кем ты проводишь время, и письмо Афродите с твоим планом побега. А что насчет посланницы? У нее были подробные сведения об одном из ваших лагерей, записка Персефоне о Леониде и фрагмент одного из разрушенных мной факелов. Посланницу нужно остановить. Последний раз ее видели в лагере мятежников.
Посланница мертва. В лагере была засада. Сделал, что мог. Что насчет кузнеца? Бежал. Если он свяжется с Персефоной, многим будет грозить опасность. Нужно действовать быстро и жестоко. Увидимся позже, у Дворца Колоссов. У меня есть кое-что, что перевернет мирок Персефоны с ног на голову. Хранитель, вот ты где. Царица в наследии Девкалиона и хочет тебя видеть. Говорит, что это срочно.
Что скажешь про мое южное царство? Теперь я редко тут бываю. Чудесное. Я хочу, чтобы павшим героям жилось здесь хорошо. Так им проще смириться с судьбой, и они не уходят. Если смертный уходит и не возвращается, меня это всегда обижает. Чего ты хочешь? При жизни Леонид нес хаос и кровопролитие, и тут Гермес заметил его в обществе преступников. Он не должен вернуться к старым привычкам. Либо он мой союзник, либо ничей. Леонид из Спарты – мой дедушка. Я ни за что не подниму на него клинок. Гермес рассказал мне, почему ты здесь оказался. Из-за жезла. Не вздумай мешать мне. Но Леонид много для тебя значит. Понимаю, тебе будет сложно, поэтому я хочу предложить сделку. Какую сделку? Принеси мне тело Леонида, и я верну к жизни твоего близкого человека. Это возможно? Я царица мертвых, для меня возможно все. Итак, кого Алексиос хочет вернуть? Я хочу увидеть Фебу. Защити Элизи от хаоса, и снова увидишь своих близких. Мою семью преследуют даже в Элизии. Стоит ли убивать деда, чтобы вернуть кого-то к жизни? Что ты здесь делаешь? Хочу попросить тебя кое о чем. Порыбачишь со мной? Мне нравится. Я хочу многое с тобой обсудить. Давай. Ты потерял при Фермопилах все. Своих людей, жену, детей, Спарту. Думаешь, оно того стоило? Кто сейчас правит Грецией? Греки. Тогда мой ответ – да. Мама поведала мне о нашем роде и предках. Ты знал? Лишь то, что рассказала мать. Мы родились из величия, чтобы стать великими. Мир разделился на тех, кто хотел убить нас, и тех,
кто последует за нами и к вратам Аида. Думаю, копье было целым, когда попало тебе в руки. Я был ребенком, когда мать вручила его мне, сказав, что копье — великое бремя, но... Ты готов. Здесь так спокойно. Кажется, клюет. Неси корзину, быстро! Дедушка, я... Ты пришел убить меня. Нас учили узнавать предателей, прежде чем они ударят. Для Персефоны ты враг, а мне нужна ее помощь. Если я не устраню врага... Вручи ей голову врага пострашнее. То страшнее тебя. А вообще есть кое-кто. Лазутчик. Я помог ему стать защитником Персефоны, но он действует против нее изнутри. Я опасен лишь для ее солдат на поле боя. В сердце Элизия проник лазутчик. Его труп должен ее успокоить. Спасибо, дед. Нужно рыбачить почаще. Приведу Кироса живым. Пусть решает его судьбу сама. Что ты делаешь? Мы же семья! Yeah!
Ну, давай. Кирос из Заркса? Но мне нужен не он. Он лазутчик, работал на мятежников. Но ты сам привел его ко мне. Он солгал и мне тоже. Обманщик. Стража! Персефона, послушай. Гермес прав. В Элизии назревает беда. Пусть Леонид пошел против тебя. Ты намного сильнее его. Кирос враг, о котором ты не знала. Значит, для тебя и Элизия он был опаснее. Никто не посмеет ослушаться меня. Сделке конец. Можешь остаться, раз уж принес мне труп лжеца. Разбирайся со своим жезлом. Я не хотела, просто старалась, чтобы в этом мире мне было не так тошно. Затем появился ты, и я расцвела.
Прошу, отпусти меня. Если бы ты правда хотел уйти, уже ушел бы. Или ты забыл? Не разлюбит ли тебя Афродита, если узнает, какой ты трус? Ты ведь не передумал? Она права. Я трус. У меня был шанс уйти. Просто нужно было бороться. Извини, я не могу. Слишком трудно. Адонис, закрой глаза и представь себе людей, что сражаются рядом. Они верят в тебя. Я верю в тебя. Ты не должен забывать, за что сражаешься. Ты прав. Персефона умеет заставить нас забыть тех, кого мы любим. Чтобы люди оставались тут. Ну что, напомним им? У Дворца Колоссов ты найдешь изобретение, украденное из мастерской Гермеса. Оно может уничтожить все, чего коснется. Что уничтожаем? В верхней части дворца Персефона держит спящих колоссов. Используй изобретение Гермеса, чтобы они больше не проснулись. Увидев дым, мятежники поймут, что пришло время нанести удар. Чего же мы ждем? Постарайся никого не убивать. Мы расположим к себе людей, если преуспеем незаметно и без убийств. Вперед! Тихо! Буду осторожен.
как-то нехорошо. Кто это делает? Шутки шутят. Мне что-то мешает. Ugh.
Помню, я рассмеялся, услышав, что ты хочешь бежать из Элизия. А теперь? Мне жаль Бога, что рискнет мешать тебе. Что будешь делать? Мне нужно кое-что подготовить, прежде чем мы начнем штурм дворца Персефоны. Нет, когда все закончится? Я передам власть над Элизием в руки людей. А затем поспешу на Олимп, в объятия любимой. Звучит здорово. Ты хороший друг. Не ожидал найти здесь такого. Приходи ко мне, прежде чем мы начнем штурм. Мятежники почти готовы выступить. Нужно проверить, не вернулась ли Геката. Пусть объяснится. Персефона, я искал Гекату. Не представляю, зачем она тебе, но... забудь. Знаешь, что в Элизии угнетает меня больше всего? Нет. Я не знаю, кому верить. Мы дружим с Гекатой с тех пор, как моя мать, Деметра, прислала ее ко мне. Но после случая с водой Леты, я пристально за ней наблюдаю. Геката... впервые умолчала о том, куда идет. Но лазутчики доложили, что у нее тайная встреча в обители Ифигении. Похоже, встреча перестала быть тайной. Займись этим. Проследи за ней и возвращайся. Я доверяю тебе. Прошу, не подведи меня. Выяснить, что замышляет Геката. Нужно быть осторожным. Я гадала, когда ты придешь, замочник. Мастер ключей звучит лучше. Твое владение словом впечатляет, как и всегда.
Не понимаю, почему ты так скромен? Ты знаешь, зачем я здесь, Геката? Нам нужно поговорить о твоем новом друге, Хранителе. Не волнуйся. Алексиос не знает, что ошейник Цера на самом деле ключ от врат в царство мертвых. Иначе он сразу побежал бы во дворец к Персефоне. Дело не в этом. Вы проводите вместе много времени и пытаетесь ослабить власть Персефоны. Алексиос пытается ослабить ее власть. Не я. Точнее так, в конце концов, решит Персефона. Я отлично знаю, что Персефона прислушивается к тебе. Но что бы ты ни наговорила ей, это будет ложью, так? Ты хочешь занять ее место на троне? Гермес, стремление к власти изменило ее. Персефона совсем другая. Сам видишь. К власти стремишься только ты. Могла бы поддержать ее. Ха, ясно. Все дело в зависти. Гермес, потакая прихотям Персефоны, ты не поможешь ей. И уж тем более не получишь того, чего так отчаянно желаешь. Она столько пережила. Вряд ли кто-то в силах помочь ей. Но я не предатель. Я люблю Персефону как сестру, Гермес. Я не могу вызволить ее из Элизия, но хотя бы не дам ей стать чудовищем. Эй! Что ты тут делаешь? Хранитель. Гермес, нужно идти. Время умирать. Значит, врата царства мертвых открываются с помощью ошейника Цера. Ха, нужно его достать. Значит, это тебе не стоило доверять. Геката рассказала мне, что ты предатель и проник в мое святилище. Не дай мне Геката ключ, я бы не попал туда. Но ты был там? Да. Я искал дневник с записями о вратах. Больше ни у кого нет ключа. Алексиос украл его. Точно так же, как и остатки воды Леты. Алексиос уничтожил ее. Не играй со мной, Геката. Я знаю, благодаря кому здесь появилась вода Леты. Дело не в этом. С тех пор, как ты появился в Элизии, здесь неспокойно. Это неспроста. Я уверена, что ты пытаешься лишить Персефону власти. Может, я и действую против Персефоны, но ты помогала мне. Значит, ты признаешь, что пытаешься свергнуть меня? Ты же не станешь верить этой лжи. Златоустая примкнула к мятежникам в наследие Девкалиона после того, как чужак помог ей. Вот так совпадение. Кроме того, на твоих верных почитателей совершили нападение прямо на симпосии. Да, никто не пострадал, но в вине нашли аконит. Это твое любимое орудие убийства, так ведь? А
Любопытно, что последнюю порцию украли прямо перед симпозием. Я ни при чем. Значит, то, что, по словам очевидцев, человек, похожий на тебя, бежал с симпозия почитателей, это совпадение? Хватит! У меня есть все основания подозревать вас обоих. Геката – мой самый давний друг здесь. И самый верный, как мне казалось. Скажи, почему я должна поверить тебе, а не ей? Жажда власти развращает тебя. Она так сказала, я сам слышал. Вот почему она хочет свергнуть тебя. Неужели для тебя слово чужака дороже моего? Персефона. Геката права. Было бы безумием поверить тебе, а не ей. Все пошло наперекосяк из-за тебя. И в моем дворце тебе больше не рады. Есть вести. Сюда движутся преступники из наследия Девкалиона. Не сейчас. Это срочно, царица. Ладно, разберусь позже. Я так и знал, что ты предашь меня. Нельзя предать того, кому ты никогда не был верен. Солдаты Адониса должны справиться с Персефоной. Нужно сказать ему. Мои люди ищут тебя повсюду. Проверить тронный зал я не догадался. Скажи мне спасибо. Персефона все знает. Она готова. Вот как? Значит, нужно нанести удар сейчас же. За Афродиту. И за то, чтобы ты прошел через врата. Что ж, собирай людей. Мы идем в бой. Ah!
Уйди с дороги! Мало было унизить меня. Нужно лишить меня дома, любимой. Геката не спасет тебя вновь. Сдайся! Ну уж нет. Не нужно все усложнять, Гермес. Все могло сложиться иначе. Мы были друзьями, но теперь выбора нет. Я должен защитить любимую. Вот что для тебя значит дружба. Позор! Твоему отцу было бы стыдно. Только если за тебя. Позор! Больше ты меня не подведешь, Гермес Трисмегист! Хватит! Правлению Персефоны должен прийти конец! Сейчас! Ты! Не двигайся! Не дай ему выйти сухим из воды. Мы с тобой союзники. Я всегда буду рядом. Даже вне Элизия, если до этого дойдет. Даже там. А пока я оставлю вас. Думаю, вам есть что обсудить. Ты совершаешь ошибку. За окном бушует война. Что еще, по-твоему, я могу сделать? Прекрасная Элизия лежит в руинах. И все из-за твоего упрямства, Персефона! Я сделала его прекрасным для тебя, но все мои попытки добиться твоей любви были тщетны. Ты тоже узница и должна знать, что нельзя полюбить тюремщика. Больше я просить не буду. Отпусти нас. Отпусти меня! Ты настроил против меня весь Элизий, но не в одиночку. Ступай! Алексиусу повезет меньше. Спасибо. Я вечно буду тебе благодарен. Будь милостива к Алексиусу. Твой черед. Это ни к чему. Просто дай мне покинуть Элизий. Адонис собрал бы людей без моей помощи. Ты лжешь! Персефона, зачем тебе вся эта власть? Забудь о ней! И тогда, быть может, даже вернешься домой. Ты не представляешь, через что я прошла. Меня выкрали из вашего мира. Выбора не было. Пришлось подчинить себе этот. Thank you.
этот мир только мой. Что? Не сейчас. Абстерго нашли нас. Иди к своему боссу. Если Отцу Берг не трус, пусть приходит за мной сам. Ты совсем с ума сошла? Что мне оставалось? Они бы прикончили нас, даже Алитея смылась. Но зачем было убивать их? Что там у вас? Грохот, как на поле боя. Все в норме, Алана. Но на многое не рассчитывай. Похоже, в Анимусе повреждено определенное воспоминание. Все потому, что ты выдернула меня? Класс. Как раз то, что нам нужно. Мне пришлось. Нытье не починит компьютер. Файлы памяти перезаписывают друг друга. Я приведу их в порядок. Знаешь что? Я хочу побыть одна. Вернусь в Грецию, подожду там, пока появится Алитея. Не так уж долго пришлось ждать, а? Я восстановила воспоминания. Можно работать дальше. Раз Абстерго в курсе, надо торопиться. Ты же понимаешь, почему я спешу? Пойми и ты, почему я не могла поступить иначе. Просто теперь они знают об Атлантиде. Ладно, давай начинать. Виктория, ты должна мне поверить. Я знаю, что делаю. Я твой друг, Лейла, но помни, я еще и твой врач. Я не могу закрыть глаза на то, что с тобой происходит, пока ты там. Здесь есть какой-то подвох. Все в норме. И хватит уже обсуждать мое здоровье. Ой, как чертик из коробки. Никак не привыкну. Алитея, спорим, даже ты не смогла предвидеть ту засаду Абстерго? Не совсем так. Но раз их нет, а ты готова, ваш с Джезлом путь продолжается. После такого клиффхенгера в Элизии еще как готова. Я хочу знать, что дальше. Взаимодействуя с откровениями Хранителя, Алексиус обменивался знаниями с Жезлом, а значит, посредством Анимуса, и ты тоже. В
Кстати говоря, я чувствую себя сильнее. Старайся не терять головы. Удачи, Лейла. Сэр? Славный пес. А? Славный. Плохой пес! О, боги! Сэр, что с тобой случилось? Мёртв?
Ты воняешь жизнью. Аид. Последним, кто смог уйти от Цербера живым, был Геракл. Но этого воителя пестовали вдвоем Афина и Гермес. Скажи, кто нянчится с тобой, смертный? Кто помог убить моего пса? Там не было никаких богов, лишь я и мое копье. Значит, боги тебе все же помогли. Я знаю, кто ты. Я все знаю. И за тобой должок, хранитель. Я тут очутился не по своей воле, но я здесь. Чего ты от меня хочешь? Из-за тебя в моих владениях хаос. Без Цербера некому помешать мертвым проникать в мир живых, когда вздумается. Найди другого пса. Ты найди другого пса! Жаль, что тебе пришлось это увидеть. У нас в семье буйные нравы. Это твоих рук дело. Тебе все и исправлять. Ладно, скажи, где ты держишь многоглавых чудовищ, и я быстро обернусь. Нет, 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 хранитель. Мой дом, мои законы. Здесь четверо врат. Взамен одного стража на все врата. Найди мне четверых. По одному на каждый в отдельности. В моем царстве множество царей и героев. Их удел — бесцельные скитания.
Но ты можешь дать им цель. Что за человек может заменить Цербера? Это был грозный страж. Человек нет. Но герой, чья слава бессмертна, будет вселять ужас в тех, кто осмелится переступить порог. Найди мне четверых. А если я не сумею их найти, что тогда? Границы между миром живых и царством мертвых истончатся. Гнусные твари, запертые в Тартаре, вырвутся оттуда. Души смертных будут вечно скитаться повсюду. А я буду страшно, страшно разгневан. Научи меня использовать жезл, и мы договорились. Ох, тяготы пути хранителя. Я слышал, что ты пойдешь на все, лишь бы подчинить себе эту скучную палку. Это скучная палка? Знаешь, ступай к перевозчику, Харону. Помоги ему в его трудах, и я исполню твою судьбу. Вот, вот что ты натворил. Они теперь повсюду. Исправь это. Ладно, исправлю. Мы с братом поспорили, удастся ли тебе выполнить задачу. Не подведи, или будешь должен мне дважды. Слабо.